Всем привет, меня зовут Ира Смела, и сегодня я вам советую послушать мою любимую группу IMMI Who Am I. Эта прекрасная группа заставляет меня погружаться в волшебный мир. Обрежешь. Эту группу я открыла для себя примерно 4 года назад. 4 года назад я была никем и не делала ничего. Я смотрела летсплей своего любимого PewDiePie. Еще я ела куриные наггетсы. Выпуск говно получится. Нормально, зато я сама соба. И самое главное, девочки, оставайтесь самими собими. Это единственная группа, в которой я до сих пор не потеряла интерес. На самом деле, мне очень трудно угодить в плане музыки. Оператор меня перебивает. Я продолжаю просто дальше. Я иду вперед. Остаюсь самой собой. Простите меня, пожалуйста, я не такая на самом деле. Эта шведская чертовка покорила меня своей странностью. А все почему? Потому что она странная. Ее даже можно сравнить с Бьорк. Она не настолько странная, как Бьорк. Даже, скорее всего, шведская Жанна Агузарова. Но лучше. Какую-то хуйню несла. Но я же смысл передаю. Наткнулась я на эту группу совершенно случайно. Самое крутое, что я услышала не трек сначала, а увидела клип. Он называется «Play». Хорошо было тогда. Для них не было совершенно никакой информации, но видео стало очень популярным. Их музыку можно охарактеризовать как эмбиент, смешанный с трип-хопом и электроникой. Ну там скрещ. Которая берет вас нежно за руку и ведет в волшебный лес, наполненный магической пыльцой. И напоследок хотелось бы сказать, что каждый их клип это погружение в какую-то совершенно другую вселенную, очень атмосферную, где ты чувствуешь себя чем-то большим, чем человек. Например, газик. Что? Газик. Газик? В смысле газик?